У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Придумала я однажды песню про игру в пинг-понг. Потом, несколько лет спустя, выхожу из дома, а тут такое. Спортивный детский клуб «Покровка». Взяла, зашла, и оказывается, они здесь учатся играть в пинг-понг. Моя песня пригодилась. Давайте посмотрим, как это получается теперь у ребят, и вместе с ними послушаем песню. Такая песня мною была однажды написана, и сегодня мы в гостях у замечательного детского клуба, хозяин которого у нас культивирует Владимир Александрович. Да. Культивирует пинг-понг, настольный теннис и творческий подход к ковырянию носом. Занимается с детьми, я добавлю, это вот он скромничает, занимается с детьми добросовестно на протяжении очень многих лет, застал, по-моему, все эпохи, которые наша страна претерпевает, вот, и дети, по-моему, очень благодарны ему, и родители, надеюсь, тоже, вот, но не в этом дело, главное, что все, как говорится, хорошо поколение, да, хорошо поколение кончается. Одно, сменяет другое, и клуб живет. Теперь моя песня будет в этом клубе тоже жить дальше, найдет свое продолжение. Пинг-понг, пинг-понг, ваша подача. Пинг-понг, пинг-понг, я чуть не плачу. Пинг-понг, пинг-понг, вы так жестоки. Мяч и кредит, одни намеки. В настольном теннисе это неожиданный подарок судьбы нашему виду спорта. Вот это не было же, наверное. Были какие-то попытки, но которые просто близко не стояли. Самое главное, чтобы творчество находило какое-то продолжение, не сидело дома, а для этого надо выйти из своей квартиры и вот прийти в гости к соседям. Конечно. Да. Так что спасибо большое. Давайте жить дружно. Давайте жить дружно, да. Всего хорошего. Спасибо. У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.